нужен быстрый рецепт десерта? Тогда я расскажу, как приготовить десерт с маскарпоне и ягодами. Сделать такой можно всего за несколько минут, при этом не используется ни сахар, ни сахарная пудра. Этот десерт готовят летом, когда есть свежие ягоды. Можно использовать любые ягоды и фрукты, например, бананы. Тогда его можно сделать и зимой. А также десерт готовят с использованием нескольких видов фруктов. Десерт вкусный и простой, делается он всего за несколько минут. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Очистите ягоды клубники от зеленых хвостиков, затем промойте ее хорошенько и нарежьте небольшими кусочками, вымойте чернику, или голубику, откиньте на дуршлаг. 2. В чашу миксера выложите сыр, добавьте к нему сливки и ваниль, взбейте все хорошенько до образования крепких пиков. 3. Возьмите шоты или высокие стопки, на дно выложите ягоды клубники. 4. В каждой выложите небольшое количество приготовленного мусса. Ставим лайк и подписываемся. 5. Украсьте десерт ягодами голубики поверх мусса. Подавайте десерт сразу или отправьте его ненадолго в холодильник. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Маскарпоне 230 грамм, сливки 1 стакан, ваниль 0,5 чайных ложки, ягоды 500 грамм, клубника, черника. Количество порций 1-2. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Всем добра, заходите еще.